Самосвал Хова 2012 года заводской. Все как положено. Толщина стали у машины, как вы видите, 6 миллиметров. Гидробак. От производителя все выдерживает. Колеса 12R20 ходят, выдерживают. 40-тонная машина выдерживает груз. По эксплуатации автомобиля зарекомендовали себя очень хорошо. За 2 месяца пробега по 25 тысяч поломок никаких не было. Установлены дополнительные баки на 500 литров. Потому что китайский производитель в этот момент не учел. Баки 180 не хватает водителям, если дальний рейс. В целом нареканий нету никаких. 375 лошадей. Машинки очень нравятся в эксплуатации. Баки ставятся камазовские, на родные крепления убирается глушитель, проводится через кузов, ставятся подкрылки камазовские, ну и все, вот и все доработки в этой машине.